Белый танец. Вот они, мои красавцы. Пойдемте посмотрим, где они себе сделали гнездо. И вот так периодически всех уточек туда водят. По одной. Смотрите, обеспокоена тем, что я сюда иду. Видите? Вот оно. Гнездо. Уединенный уголочек. А яйца три. Три яйца. Видите, сами все оборудовали. Выложили с травинками, с перьями. Вот так. Но буду все равно забирать. Надо запускать инкубатор. Вот, смотрите. Три яйца от уток. Это от тех, что неслись. Видите, какое крупное. А это от той утки, от которой я хотела взять потомство. Яйцо крупнее, значит, и утенок будет крупнее. Ну, дай бог. Первое знакомство моих старших грязборят с семьей доминантов. Не знаю, чем все закончится. Надо стоять и наблюдать. Ну, петухи, конечно, доминанты. Немножечко настороженно восприняли петухов грязборят. Вот они, видите? Грязбарчик-то дружелюбен. Вот она. Ты за что его обижаешь, а? Ты за что Петьку обижаешь, а? Ты же девочка. Ты же девочка. О, смотрите. Вот когда стая, это плохо. Все смелые. На одного, да? Плохо. Вот он, стайный инстинкт. Ну ладно, для первого раза неплохо. Раз не получается мирно жить, ну это первое время, отправила доминантов на улицу в загончик. А эти пускай здесь похозяйничают. Им же тоже надо гулять на солнышке. Лучше расти будут. Ну, доминанты вот здесь, в загородке. Здесь тенечек. И солнышко есть. Поставила им кормушку, воду, трава. В общем, прекрасно. Все хорошо. Уже больше смельчаков вышло на солнышко. Это неплохо. А мне легче будет внутри убираться. Вот такие они уже грязборята.